Эксперты прогнозируют, что спрос на небольшие путешествия сохранится, пусть и не в прежних объемах. Туроператоры объясняют это психологическим фактором, связанным почти с двухмесячным домашним заключением. Уже с 23 мая выставили в продажу вот такие небольшие туры выходного дня небольшими компаниями в места больше природного такого назначения, на свежий воздух, каньоны, косы, море, парки, там, где не нужно находиться в помещении долго с большим количеством людей, там, где проще соблюдать социальную дистанцию, там, где проще человеку как-то привыкнуть снова к наличию людей в его сфере жизни, чтобы снова понять, что люди, они рядом. Кризис в сфере, вызванный карантином и последующим прекращением транспортных перевозок, сильно ударил в первую очередь по владельцам гостиниц и отелей. Ательер Илона Ремигайла вспоминает, как после карантина кто-то из ее коллег предложил не останавливать деятельность. Вот только смысла в такой работе не было. Если некого селить, то не на ком зарабатывать, а зарплату персоналу платить как-то надо. Закрыв объект на карантин, мы отправили людей в отпуск. Самый уязвимый такой линейный персонал, горничные, администраторы, ушли в никуда. Людям нужно кормить свои семьи. Я прекрасно понимаю, что несу ответственность за то, возвращая их на рабочие места, они этого очень ждут, но я должна их обеспечить зарплатой, достойной зарплатой, не меньше того уровня, которая была, потому что она и так не особенно высокая. Для такого мощного бизнеса, как отель, выведение минимум 30 человек штата, мне нужно понимать, что оборот это позволит. Не менее грустная картина вырисовывается, если смотреть на карантинный туризм глазами отдыхающих. Туры, которые планировались на март и апрель, по известным причинам не состоялись. Некоторые операторы начали возвращать средства клиентам и остались на нуле. Компромиссный вариант – предложить туристу перенести поездку. Он не складирует эти предоплаты, они не лежат у него в сейфе, в кулечке или в банке. В основном это уже потраченные деньги на функционирование оператора, на предоплату поставщикам, на зарплату и так далее. То есть он будет отдавать свои какие-то минимальные резервы или то, что было заложено на другую деятельность. И, естественно, он не печатает деньги, туроператор просто разорится. Поэтому очень важно понимать, почему туроператор часто предлагает и в основном предлагает перенести дату поездки, оставить предоплату в качестве депозита. Однако подстроиться под сроки туроператора или агентства не самая простая задача. Есть люди, для которых вопрос путешествия перестал быть актуальным. Важно забрать задаток за поездку и ждать более благополучных и, главное, стабильных времен. Клиенты некоторых агентств готовы даже возвращать средства в судебном порядке. Например, семье нашей собеседницы предлагают поменять дату поездки в Турцию. Дата не подходит, начинается длительный диалог. На данный момент мы потеряли в деньгах. И даже если нам будут возвращены какие-то средства, нас удержат львиную долю. И я не уверена в том, что даже получив за минусом 30% эти деньги, я их не оставлю, понимая сейчас ситуацию, что ничего на данный момент не стабильно. Я такой же потребитель украинец, как и все остальные. Я буду, скорее всего, их держать под подушкой, ожидая, а вдруг опять закроют на карантин, а вдруг мне опять придется просто кормить детей и проедать эту сумму. Нам, возможно, придется повоевать, но мы заблаговременно отказываемся от поездки и совершенно справедливо имеем право на возврат энного количества денег. Они имеют право вернуть себе либо всю сумму, либо сумму 50% первой. Это, конечно, зависит от контракта, который они подписывали, или условия, на которые они шли. Второе зависит от законодателя. Законодатель дает сегодня право вернуть сумму, ну, скажем так, авансовую, это взнос или какой-то, или это полная сумма оплаты. Киевские чиновники осторожно прогнозируют возобновление туризма за пределами Украины. Министр инфраструктуры дал понять, до осени о регулярных полетах за рубеж можно даже не мечтать. Виталий Хемий, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».